Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милости, будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть попрошу безбожного. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего тебе жизнь дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего дарова жизнь дарова. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Восстав после сна, преподаем стопам Твоим благи, и ангельскую песню отглашаем Тебе силе. Свят, свят, свят Ты, Боже, великий Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спастили от сна, и поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце. Открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородице, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнет помощь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, не прекратил жизни моей среди беззакония моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославив могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получался Слово Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время,
И весь, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так, нечестивый, не так. Но они как прах, возлетаемый ветром с лица земли, потому не устоят нечестивые в суде. И грешники в собрании праведных, и вознает Господь путь праведный, а путь нечестивых погибнет. Зачем метутся народы, их имена замышляют тщетно? Восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и светом себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет Господь им во гневе своем, и яростью своей приведет их к смятению. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, просил меня и дам народы наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, и ныне всегда. И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед тобой, и избавь меня от зла. И пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна я посреди ночи, приношу Тебе песнь спасть и преподаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жарся надо мной добровольно распявшийся. Скоро подними на беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Божий, спаси меня. Владыка человеколюбчий, встав после сна, я спешу к тебе, и по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, спаси меня на небесах, Твоя вечная. Ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого добра, блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины. С просвещенным сердцем исполняй волю Твою, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долг земли, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведущий тайны человеческие. Изначальный вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам бессмертный, царю, прими моление наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью. Вольно и невольно, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мысль, прожившую ночь здешней жизни земной, в ожидании наступления светлого
и славного дня второго пришествия единородного Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда общий судья придется слава за каждого по делам Его, да найдет у нас не лежащими сонами, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его. И готовы войти с Ним в радость, и божественный чертов славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение, и веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный внести мою бедную душу в несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невыдержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица моя, святыми молитвами Твоими, всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб. Не избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи меня от всякого воздействия, ибо Ты благословенна всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о мне, святые угодники Божии, бо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева радуйся. Святися, святися, новый Иерусалим, славу Господню тебе во сия. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, восстание Рождества Твоего. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам, побождать бесов и сохраняя силы Христа Твоего, Церкви Твоей. Спаси, Господи, помилуй самого духовного, знаете, родители моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подарим Твои земные небесные блага, и не лиши их милости Твоей, посети их, укрепи силой Твоей, даруй им здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, хранителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все грехи вольные и невольные, даруй им Царство Небесное. Со святыми упокой Христе души рабов Твоих, праздов, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Святися, святися, Новый Иерусалим, слава Богу Господину Тебе, восияли, куни не веселися сегодня, Ты же чистая красуйся, Богородица, а восстание Рождества Твоего. Слава Ты, Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй в нас. Аминь. Молитесь иначе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир. В человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину, аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и сохрани наше сокровище книги «Здесь и в пути». Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей, от покушений вражеских. Аллилуйя! Добрый мой ангел, прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее в вечное царство Христа Бога нашего навеки. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Аллилуйя! Господи, воззри на угрозы врагов, на их ложь, и закрой их нечестивые уста. Примири их с нами, если угодно Тебе, и в судный день не помяни их безумие, где все будет явлено, а не скрыто. Аллилуйя! Спаси, Господи, помилуй. Митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Марита, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Пасху, их и весь священнический начальник священный Диодора. Смири власти воинства их, и через них сотвори благое церкви Творею Владимира Дмитрия. Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Дагена, Амана. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить сегодня это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим во всей вселенной. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И нас помилуй милости Твоей ради. Аллилуйя! Благослови благодетели наших, Елену, Евгения, Наталья, Максима, Владимир. Посети болящих, укрепи, даруй здравия им, Сергея, Алексея, Александру, Фаину, Анну, Нянину. Антонину, Калерию. Посети, Господи, и помилуй. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря, путешествующих, Раисы, и отступников Надина, Николая, Михаила, Александра. Дмитрий, Ты их знаешь, Господи, найди меня против Александра, Гернона. И наше сокровище знает и форум. Все сохрани для пользы людей и трудящихся Игоря, Дмитрия, Гавриила. Помилуй, спаси нас, Господи.
Святые пророки, молите Бога о нас. Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие. Святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Сирмийский, Устин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Ирон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, дабы никто не принял начертание зверя антихриста укрепи. И даруй веру Анфиму, Вениамину, страши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога нас. Да укрепит нас Господь в святой православной вере, о замысле еретиков. Все разруши, развей, ничто преврати. И обрати все наше родство, и дайте Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепятую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Киприян и Устина. Молите Бога о нас. Аллилуйя. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, 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 Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена. Людмилы, Галины и Анны. И прими, Господи, наши молитвы и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей. И соедини, Боже, нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Господи, сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима и Иосифа, Алексея, Романа, Владимира, Никиты, почти добрых жителей с детьми, сохрани школу. Благослови Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадов, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. И расширь пределы общины, и новые души. Да будет этот день днем благословения, прославления Твоего святого имени, Христе Божий наш. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чадов, Валентина, Алексея, Валентину, Наталью, Марину, Надежду. Дмитрия, 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 Олега, Алексея,
Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, Александра. Нас помилуй, милости Твоей, я ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Говори, Господи, Владыка, слушай, Ты да слышит раб Твой. Аллилуйя! Христос воскрес! Доброе утро! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Будет добавка, пояснение. Все это относится к молитве. Умейте соединить это. Сейчас мы проходим тему. Итак, бодрствуйте. Как враг подделки всякие делает. Вот сейчас, как если верить в статистике, около 21 тысячи разных отщепенцев, еретиков. Никогда не пользуйтесь словами деноминация, конфессия. Это власеницу натягивает сатана на слово ересь. Еретики. Есть церковь и есть ересь. Другого нет никакого. Есть правда, неправда. Есть огонь, вода. Правда, ложь. Жизнь, смерть. Тьма, свет. Все здесь. И это... А здесь нет. Церковь, а даже, а какой ты конфессии? Да никакой, еретик, какой ереси принадлежит? У ереси есть название, разное там, перечисляют их. И они, когда регистрируются в отделе юстиции, то у них там название есть, а тут нет, покрывается под именами, то свет Христов, там тьма адская. И все это именами такими, была воля Божия, там царионов, там воля сатаны. А они пишут, как прикрываются. Ну, принимает вид ангела света. Бог создал церковь, создам и врата ада не долеют. Это врата ада. Они буйствуют, поносят, как бы ни было, держись церкви. В нее нельзя будет ходить, святые говорят, придет время, да. Но уже идет столетие. И если ты остался один, а сейчас как? Несмотря на тысячи этих разных сект, все равно люди отделяются. А я никому не принадлежу. Я говорю, ты против икон, да? Ну, вот у баптистов нет икон. Ты почему туда не пошел? Он не пойдет. Они не духовные. Ну, вот духовные пятидесятники, харизматы. Они орут, кричат, ползают, беснуются. Нет. И сколько встречается? Нет. И он ищет тебя, если отошел от церкви, а я никуда не буду тогда ходить. Ну, это ж ты шалишь. Так не бывало еще. Не бывало. Обязательно у тебя будет кто-то. Кто-то придет. И вот сейчас отходят некоторые, и уже видишь, он начинает склоняться к тому-то, а у того ничего нет, он не церковный человек. Он не ходит в церковь, не бывает на богослужении, не причащается, не соблюдает постов. Вот оно что. Волюшку свою исполнить, как говорит Феофан Затворник. Там не хочу, здесь не хочу. Но когда умрешь, говорит, тебя потащат демоны в ад. Хочу, не хочу, а будешь перебирать ногами. Пойдешь туда. Это его слова. Так что я никому не подлежу. Нет, если подписываются, вот иногда заходит кто-то вот к нам на форум, то там и регистрация есть. Если православный, прямо пишет православный. Заходят старообрядцы, старообрядец. Нет, ник и аватар. А что это такое? Ник. Нет этого. Ник это есть, ну, Николай, это победа, победитель. Но это нет. Это другое скрывается. Что означает его имя? А там цифры разные. Скрывается. Ну, раз скрывается, есть чего скрывать. Говорит разные пакости. Но Бог вытащит тебя на белый свет. Обязательно. Впереди еще суд Божий будет. Никогда этим не пользуйтесь. Никогда. Подписывайте всегда фамилии и имя, чтобы были. И адрес, если можно, телефон. Да вот узнают там что. Ну, значит, плохо узнают, если... Вот я вчера выставил 10 роликов, за один день 10. И какие? По часовой. Почему? Беседы. Люди узнали, что у меня 4 месяца не будет, и решили тут переговорить, надо что-то узнать. Очень важно. Вот сейчас на Алтай тут привозят мощи святителя Николая Чудотворца. И вот мне задал один вопрос. Ну,
враждовал против меня, сильный человек. Вот вы зайдите сегодня на... Он почти на первом месте стоит на нашем видеоканале. И там, увидите, написано «Все о мощах». Ему надо узнать. А почему? А я знаю, говорит, больше вас никто про это не знает. Это Андрей Кураев сказал. Во, Андрей сказал. Может, кто-то больше знает, но я-то и сам к тому склоняюсь, что больше ничего и нету. А как больше знать? Если литр банка, в него больше не нальешь. Больше литра-то, 3 литра не нальешь, ванку литровую. Я взял полностью все, что говорит Писание. Все. Все, что говорили святые отцы. А тут, может быть, где-то новое что-то сказали. Люди-то появляются. Ну и каноны что сказали, все взято. Ну и житие святых тоже все взято. И поэтому вот по этим 4 параметрам взять, и это надо годы, годы, чтобы проштудировать эту литературу, точно знать, выписывать, в кавычки брать, точно где-то. И поэтому, представь, что 10 роликов, 10, и в каждом это беседа, переживания. Это работа самая настоящая. Думал ли я? Нет, не думал. У меня все само, ну не само, Господь благословляет. Не думал никогда издавать книги, и поэтому первый том вообще открытым оком и все. А получилось 33 тома. Вот когда на себя не надеешься, как Златоуст говорит, кто за славой гонится, чтобы его там афишировали, как сегодня придумали, пиариться, слова-то какие, все. Слава убегает от него, а кто от нее убегает, она, говорит, за ним гонится. Это такая капризная штука. Никогда не думал об этом. Вдруг режиссеры снимают фильмы, и фильмы... Не от меня же это зависит. Я отказывался полгода. И батюшка говорит, ну прими. Приезжает Малашин Юрий Николаевич, потом Кузнецов Владимир Сергеевич, а потом он будет работать в Алтайской администрации, ставит фильм. Он занимает первое место среди документальных фильмов о православии на международном киноконкурсе Югославии «Золотой Витязь». Ну, первое место. Тут погиб, был такой глава администрации в Алтайском крае, Евдокимов Михаил Сергеевич. И там собирались сборы даже денег. Там сколько надо. И специально заказ, фильм, люди, артисты участвовали. Поставили фильм, и никто даже не знает. А этот раскатился по всем континентам. Это же режиссер Кузнецов. Ставит второй фильм «Златоуст из Потеряевки». Он занимает первое место в России. Ну не от меня это зависит-то. Значит, сердца людей трогают это. И поэтому, когда мы... Где-то что-то говорим, ты ни о чем не думай, о том только, как не исказить Слово Божие, как быть верным Ему, как не погрешить в Слове Его. Простые условия-то здесь. А везде обман. Обман на каждом шагу. Почему дьявол сошел в великой ярости, ища кого поглотить? Он ищет. Ну, а раз он ищет, то и ясно дело, что он находит. И вот дальше читаем. Гордый ищет своего. Гордый. Последуя историческим путям, а не Евангелию. Это называется как? Христианин. Где говорит просто христианин и подписывается православный. Пока по-другому не было. 100% почти. Еретик. Даже слово христианин приватизировали. Скрывается еретик. А зачем скрывать это? Ну, если баптист, их баптист. Баптист иногда называется. Редко называется адвентисты. Где-то остальные никак христианин. А когда говоришь, там ничего нету. Златоуст говорит, слово христианин для многих пустой звук, вводящий других в заблуждение. Ты никогда не бойся сказать православный. А почему в Библии нет слова православный? Появились еретики, и надо было отделиться. Вот и все. Православный, остальное ересь. Вот весь сказ. Ну, что православие? Православие – слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Славят. Я говорил, к церкви относятся только православие, там старообрядцы, новообрядцы, не имеет значения, лишь бы было священство. Католики, григориано-армянская апостоличная, копты и сирийцы. Там эфиопы называют, там они все. Вот. Кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Отвратительно гордым и смирением. Вот почему они отступают от церкви. Да отдельно никуда не хожу теперь. Отвратительно для него. Испытание не служит вроществом для гордого. Вот штука-то какая. Сирахов 3:28 и 13 глава 1, 24 стихи. Дьявол, у него есть другое имя еще. Царь над всеми сынами гордости. Вот кто у них теперь вместо патриарха и папы. Иов 41:26.
погибели предшествует гордость. Сначала гордость, а дальше гибель. А церкви оторвать. А я со Христом, а что ты решил? А я так думаю, чувствую. Мало что ты чувствуешь. Господь говорит, создам церковь, а ты вне церкви. А церковь там, где рукоположение непрерывно идет от апостолов. Притча 16:18. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расстеленных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю? Авдия, 3 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали? И не твоим ли именем из бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили? Матфея 7:22. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. То есть это еретики. А я не подчиняюсь никому. Я говорю, ну, ты бы какой ни был, название ты скрываешь, но за твоим столом уже не будет сидеть Златоуст. Это стол их, мы к нему присели. А у тебя никого нету в первом, втором, третьем, пятом, двадцатом веке. Кого ты знаешь, сегодняшних только видишь, которые больше 450 лет-то никого и нигде и нету. 500 лет там, это не имеет значения. Еретики. Но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Чтобы молитва дошла до Бога, надо смиренно приступать. С радостью принимать все, что Бог дает. Что гордится земля и пепел? Это человек так называется, Серахов 10:9. Гордость ненавистна и Богу, и людям. Значит, молитву Бог не слышит. Когда речь касается единственной нашей души и спасения, вверена в наши руки, исправить после смерти уже ничего нельзя, тогда как нужно ходить осторожно и не говорить? Батюшки знают, архиереи, его преосвященство, святейшество разве не знают всего? Но каждый даст отчет за себя. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Лжесмирение – это деградация личности. Слепой слепого ведет, оба рухнут в пропасть погибели. Матфея 15:14. Оба! А тот я говорю, как же ты крестился-то, там побрызгал батюшка. Но они же знают. Но они знают, и ты знаешь. Но он что? Ну он-то знает, он учился. Ну он знает, знает. А ты-то почему не знаешь? Что оба упадут в яму? Оба. Ты слепец. Ты правила, канону не знаешь. Ты слепой, доверяешься тому, кто тебя ведет. Матфея 15:14. Неужели еще в яме ада вечного позволительно надеяться свалить свою виновность на вождя? Иоанну Златоусту, категорически запрещавшему любую клятву, говорили, а вот такой-то хороший священник клянется. Он говорит, я вам считаю закон владыки, а вы мне чужие грехи, отвечал святитель. Евреи тоже, говорит Златоуст, будут ссылаться на Моисея, что он нас где так учил, что не приняли Христа. Моисей же там им скажет, я же говорил вам, чтобы вы слушали Христа, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Второзаконие 18:15. Вот говорят, когда что-то случится с человеком, вот куда Бог смотрит? Человека такого вот хорошего, и вот там что-то случилось, там упал он, разбился, утонул. А то мы думаем, видим, а у Бога-то все вымерено. Бог знает и тайные наклонности человека. Вот мальчишки погибли двое, сцеплялись крючьями за машину, летом там на роликах, как и сзади катятся. А на машина-то в сторону, они-то не видели поворачивать. Их по инерции кинуло дальше, а полетели теперь под встречную машину. И обоих сразу задавило. Вот я приехал туда, и такие ребятишки хорошие были. Там и мать рассказывает. А соседи говорят, паразиты, как они надоели нам. Они сняли глушители, а с велосипеда мопед называлось. Сними глушитель-то. Он трещит страшно как будто заводит трактор «Беларусь». На маленьком моторе еще работает пока. Ну и вот чья-то молитва достигла. Сильно ссылаются люди, когда уходят из православия.
на недостоинство священников. И действительно, знаю сам, в газетах пишут о Петрозаводске, священник пьяный задавил. Пьяный задавил человека, в другом месте двоих. Гнал, куда гнал, не видел, что стоит знак на дороге, люди работают, разметку делают. А я задавил вместе со краской все, мертвецы. И как это? Ну и дальше его пьяного уже вытаскивают, а он нет, я не пьяный, а сам лыка не вяжет. И вот сейчас везде много в эфире, я посмотрел, там больше 20 роликов, как два байкера любят гонять на мотоциклах, разбились. Один 47 лет, а другому 37. Оказалось, что родные братья. А тот иеромонах Флавиан, Ульяновская область. И с какой скоростью гнали? Ну сколько? 150, там больше, не меньше. И главное, все, едущий сзади, снимал на видео-то, и видно, как только пыль пошла, дым. И один горит, и подойти нельзя, горит. А другой ударился с такой силой, что тело разорвало на части. Ни комбинезон не помог, ни шлем. Не просто ударился, убился, а на части. Это встречную машину, и погиб человек в машине. Это вот еще. А они ушли на суд Божий, как самоубийцы и убийцы. Ой, такой хороший был, он нам храм строил. Никто не отрицает храм. Но убийцу, который убил человека, его судят, а на я храм строил. Ну, какое это значение имеет к убитому? Ты убил его? В крови найден алкоголь, уже все опубликовывает. И опустят эти, которые говорят, что виноват тот и другой, голову свои. По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые самые вымышляют. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Я это испытываю от них все время. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Псалом 9:23, 30:19 и 72:6. Весь мир будет обвинять смиренного в гордости. Но ты следуй за Христом, люби Его, исполняй Его святые заповеди. Воны жни после казни Спасителя, в дни, как апостолы шли вдохновенные, шли проповедовать слово учителя, книжники так говорили надменные. Распят мятежник, нет проку в осмеянном, всем ненавистном безумном учении. Им ли убогим идти галилеянам против течения? Други, гребите, напрасно хулители, мне-то оскорбить нас своею гордынею. На берег вскоре мы, волн победителей, выйдем торжественно с нашей святынею. Верх над конечным возьмет бесконечное, веруя в наше святое значение. Мы же возбудим течение встречное против течения. Вот я могу спросить даже, ну, мало кто знает, чье это стихотворение, я от него и оторвал, оно не полностью. Я говорю, Толстой, как Толстой, разве он писал? Ну, Толстой не один был, Алексей Толстой, граф. Дьяволы и его ревностные слуги пытались подменить духовное лжедуховным суррогатом, подделкой. Вместо храмов построить клубы. Клуб, так и называется, клуб дыма из преисподней. Название прям открытое, клуб. Ну, говорят, дом культуры. Ну, какая это может быть культура? Разврат один. 1919 год, печально известный как год повсеместного вскрытия кощунственной рукой мощей русских святых. Только в 12 губерниях за короткое время было совершено 58 вскрытий. Останки четырех святых были помещены в музей. И только в 8 случаях из 54 при вскрытии мощей присутствовали массы, народ. То есть не допускали. Где эти мощи? И что вместо мощей выдают они обратно? Так недавно обретены мнимые мощи Серафима. Я в это не верю. Можно только догадываться по некоторым житиям святых, помещенными ниже. Начался разбойный поход против монастырей. В начале 1919 года в России было 1253 монастыря. Можно запомнить даже. Сюда входили архиерейские дома 82, подворья 50 и мелкие скиты 75. Специального декрета об упразднении монастырей советская власть не принимала. В 1917 году на 2 миллиона москвичей
в Москве было 2 миллиона, было 657 храмов, а с часовнями и монастырями до 2 тысяч. Кроме того, было 193 домовых храма, 25 монастырей, 34 старообрядческих со священством, 11 старообрядческих без священства, 4 армянских, 4 католических, 6 лютеранских. В Сибири в среднем на один храм приходилось 600 человек. В 1858 году в Томской епархии было 502 храма. С 1889 по 1913 год ежегодно строили в России по 800 соборов, храмов, молитвенных домов. В 1913 году в России было в церковном аппарате белое и черное духовенство до 200 тысяч человек. Каков же был авторитет церкви, если так легко все это рухнуло в небытие? Вот и сегодня такое же. И вот эти разбились байкеры, называют мотоциклисты, и кто пожалеет? А он строил храм. Он убил человека. Храм тут никакого отношения не имеет. Его и без них построили бы. А еще сегодня не могут понять, что все это произошло единственно от того, что люди не верили по-настоящему во Христа. Евангелие не было в сердцах народа. Люди не понимали богослужения на непонятном церковно-славянском языке. Не сектанты и не старообрядцы творили революцию, а дворяне Ульяновы и все православные, и евреи. Испорченное вино учения Христова. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водой. Я обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. Исаия 1.22, 25.6. Прекрасная вещь – любовь к Отечеству. Но есть еще более прекрасная любовь к истине. Я Чаадаев. Я есть путь истины и жизнь. Иоанна 14.6. Река вместо рыбы извергла жаб. Премудрость 19.10. Духи болота, топи и грязи, Откровение 16.13, вбивали слава КПСС, и вместо Аллилуйя, и слава всемогущей Троицы стали говорить слава КПСС. И все еще ведь так и продолжают писать исторические книги, не объясняют богослужения непонятным людям. Уж тут-то все на поверхности. Кавычки открыты. Высший образованный класс давно охладел к церковной поэзии. И не по безверию, в чем его огульно укоряют, а по непониманию ее. За ним в том же направлении очень быстро идет народная масса, прошедшая школу и непременно желающая понимать то, что она читает или слышит. Православные храмы заметно пустеют, а собрания сектантов умножаются и делается все многолюднее. Ни злонравие, ни развращенность и ни стремление к протесту толкают несчастных людей в секты, а целый ряд неблагоприятно сложившихся обстоятельств и, между прочим, потребность души беседовать с Богом, молиться на понятном им языке, петь ему хоть и простые, наивные, часто нескладные песни, но им-то молящимся понятные, ибо другие лучшие произведения высокого духа и чистейшей поэзии в церковно-славянской оболочке им непонятны, просто неизвестны. Жаждущие люди бегут пить из мутной лужи, если родник кристально чистой воды, хотя и находящийся поблизости, недоступен. Кавычки закрыты. Это Санкт-Петербург, 1912 год, от Санкт-Петербургский духовный комитет. Печать дозволяется. Перепечатано в Москве, 1990 год, страниц 339 в книге. Донской монастырь. Около 900 молитв на церковно-славянском на русском языке. 33 тысячи экземпляров. Ну, пока на этом все. Дальше будет видно. Мы пока сейчас отвлечемся на другое. Я отключу. Ну, видимо, совсем отключу. Потому что я один, тут очень неудобно. События дня. А событий было много. Ну, кто пожелает, я включать буду. Можете побыть. А сейчас я отключу. Минуты на полторы.